Три защиты от Deep Halgarda специально для группы BG Freaks. Первый вариант — делать кимоно с удушкой. Как только заходит соперник, мизинцем к нему, захват за ближайший отворот. Это делается тогда, когда соперник высоко голову держит к вам. Да? Так вот, раз, перевели, захват на коленочки, сели на бедро, натяг. Значит, если там средне либо низко, посмотрим вариант. Вторая защита заходит. Здесь рука в упор. Если правило позволяет, 4 пальца в захват. Если нет, просто сверху. Что делаем? Приподнимаем, подъехали. Приподнимаем, подъехали, свернули его в гармошку. Здесь раскрыли коленочку, подъехали и разворачиваемся на него. Иди сюда, снимай отсюда. Вот здесь. Локоть в пол идет. Захват за пояс, захват за штаны, креветим, достали ножку. Третий вариант. Ложись. Он универсальный. И в ги, и в ноги делается. В этом варианте, если коленочка у вас не попала в пол, да, мы это делаем обязательно. Захват за локоток. Здесь захват. Натягиваем и опускаем правое колено в пол. Бам. Левая ножка подшагнула, колено в потолок. Соскальзываем. Захват под головой и под плечом. Откинули ножки. Еще раз это действие в движении сделаем. В одно действие. Входит. Бам. И вышли сюда.